Эти соревнования – отборочные на первенство мира по самбо. На спортивном ковре с 16 по 19 февраля будут состязаться борцы Краснодарского края, Ставропольского, а еще из Москвы, Санкт-Петербурга, Дальнего Востока, Республики Коми и других уголков нашей страны. Победители и призеры соревнований будут награждены кубками, грамотами, медалями и ценными призами. Торжественное открытие во вторник в 17 часов. Начало турниров во все дни с 10:00. Для зрителей вход свободный.